Итак, всем лапас, приветствую вас на моем канале. Живу на острове. Островное государство. Вокруг океаны, моря, а рыба дорогая. А я хочу рыбы. И сегодня приготовим рыбу на ужин. Быстро так вот запекаем ее вкусненько и будем кушать. Вот купила 700 граммов трески и заплатила 10 фунтов. И это по акции 30% скидка. Ну, как бы она как свежемороженое. Мне уценили уже в конце дня. Вот я купила это с 30% скидкой. 700 граммов, 9 фунтов. Дорого. Но вкусно. Давайте приготовим. Итак, треску распаковали, помыли. Нарезаем такими крупными кусочками. Знаете, что взял кусок рыбы, и у вас был бы, как говорится, один кусок. И в миску перекладываю. Если попадаются косточки, убираем. Итак, рыбу порезали. Теперь мы ее, как говорится, заправим. Чайную ложку соли. Так, примерно чайную ложку свежемолотого перца. Чайную ложку копченой паприки. Чайную ложку сухого чеснока. Меня выручают мои заморозки. Много зелени. У меня замороженная петрушка с укропом. Ну, две такие столовые ложки. Вот, даже, может, три. У меня есть аспарагусы, а рыба с аспарагусами или аспарагусы с рыбами очень вкусно, поэтому мы сейчас сюда добавим аспарагусов. Я не сильно буду его мелко резать, так вот, примерно по сантиметру. Еще из заморозок я достану сыра, где-то 100 граммов высыпаю сюда и заливаю все сливками. Размешиваю. Рыба как бы не должна у нас в сливках плавать, но и не должна быть она как бы сухая, да, вот. Перекладываю рыбу в форму для запекания, не смазываю ничем, потому что у нас как бы рыба будет не запекаться, а она тушится в сливках. И посыпаю все оставшимся сыром. Маловато сыра, но у нас же главное, чтобы не сыр был, а рыба. Ставим духовку 180 градусов где-то на полчаса. Ну вот и все. Вот такая сочная. Это у нас будет как соус к рыбе. Сильно не перепекайте, потому что если пережарить рыбу, она будет сухая. Даже треска. И в сливках. Итак, накладываем. Пока рыба у нас запекалась, я сварила рис. Смотрите, какая она красивая. Какая она сочненькая. Всего полчаса и ужин готов. Ну вот, я уже наложила рыбку. У меня рыба в сливочном соусе с рисом. Пока рыба запекалась, я сварила рис. Как рис сварить, вы, наверное, все знаете, или там на ютубе полно роликов. Давайте попробуем. Со спаржой надо. Божественно. Как же это вкусно. Особенно рыба, она такая сливочная стала, мягкая, сочная. Не прижарьте рыбу, потому что рыба даже в сливках, если прижать, она будет сухой. Наверное, из-за того, что очень дорого, наверное, это к вкусу добавляется, это еще вкуснее становится. Спасибо, что смотрели. Приятного аппетита всем. Всем пока-пока.